18 июля, и я вновь иду наслаждаться красотами Фиолента, наслаждаться пляжем Яшмовым. Смотрите, какая сегодня ляпота. Знакомой тропой идем к спуску к Яшмовому пляжу. Розы уже отцветают, лаванда отцвела, середина лета, пекло, 9 утра, а уже отдыхающие поднимаются снизу вверх. Уже покупались, приняли свой заряд радости и бодрости. Ну, а я спускаюсь вниз. 18 июля. И всем доброе утро с Яшмового пляжа. На улице уже градусов 40. Ну, уже 40-то точно. Вода, говорят, должна быть 28 градусов. Сейчас пойдем вниз, будем смотреть. И указатель на морюшко. Ну, здравствуй, пляж Яшмовый. Последний раз я была в мае месяце. Вода была 19 градусов. И пляж был девственно чистый. Все восстановили после шторма века. Я решила сегодня перейти на ту сторону камня. Посмотрим. Ну, пошли. Водичка вообще сказочная. Теплая. Притеплая. Так, вот смотрите, грот. Какая тут прохлада, как тут классно. Водичка чуть-чуть ушла. Чуть-чуть. Какой кайф, водичка 28 точно, как написали. Теплая, вообще релакс полнейший.
пока дошла до низу, мороженое растаяло. Но все равно сейчас будет удовольствие смотреть на море, слушать прибой и кушать мороженое. Чайка все ждет, когда ее покормят. Ну, я поделилась с ней лепешечкой. Она сидит еще, ждет что-нибудь еще вкусненького. Достала еще лепешечку. Ну, слишком близко бросила. Все-таки метр она для себя установила. Thank you.
И все-таки Яшмовый пляж самый классный пляж. Энергетика, водичка, сам пляж. Народу немного, потому что не каждый решится в жару подняться и спуститься. Главное подняться 900 ступенек. И сегодня такая погода. Тишина, ветра нет. Крым наш. Час дня. Вот такой пляж. Неполный. Водичка, конечно, сегодня замечательная. Такой ассортимент. Ну а на сегодня пляж Яшмовый. Пока-пока.
Подъем 900 ступенек. Вперед. Ну, в среднем поднялась за 25 минут. По жаре. Тоже хорошо. Ну, конечно, лучше подниматься, когда прохладно. Это подпорная стена из белого песчаника, ракушечника. Напомнила мне стену плача в Иерусалиме. Ну вот, кто-то посчитал 800 ступенек.